Начнем выпуск главных тем к этому часу. Жилье малоимущим. Свидетельство на субсидии, позволяющее приобрести заветные квадратные метры. Семьям вручили в администрации Кизилюртовского района. Долгожданные документы из рук председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шахсаидова получили Зульфия Нурмагомедова. Она воспитывает 4 детей. И Патимат Исмаилова, мать 3 детей. В обеих семьях есть дети-инвалиды. Кроме того, в подарок они получили стиральные машины, а все ребятишки мягкие игрушки. В стране сейчас взят такой курс поддерживать малообеспеченные семьи. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что по составлению бюджета на последующие 3 года увеличили деньги на субсидирование для этих категорий граждан. В этот же день состоялась встреча спикера парламента с участником телепрограммы «Лучше всех» Магомед Расулом Магомедовым и его родственниками. Напомню, мальчик занимается вольной борьбой с 7 лет. В программе «Лучше всех» он продемонстрировал приемы вольной борьбы и получил за это медаль проекта. Хизри Шахсаидов вручил Магомед Расулу, его брату, подарки, а отцу за достойное воспитание сыновей почетную грамоту Народного собрания Дагестана и памятные именные часы председателя республиканского парламента.